уважаемые подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение оригинальной игры Biohazard 2. Ну, а проще Resident Evil, как мы знаем. И не забываем ставить любо тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться, ну и конечно же оставляйте ваши комментарии под данным видео. А также вступайте в группу ПК-59 и наши 90-е. Все ссылки в шляпе канала. Ну и мы Resident Evil продолжаем. Так. А, вот. Выйти в рум. Так. Что я тут делал? Что я тут делал, блин? Ребят. А, во, вижу что. Ключ от участка. Так. Так. Я первый театр. А, ключ я не буду выкладывать. Так, сойдем, ладно. Хреновато, что-то помню. Кстати, давайте кофеек, чаек и будем гнать. Будем гнать и будем гнать. Хреноватенько все. Воспоминания у меня все эти. Смотрю, второго сценария. Все-таки второй сценарий реже проходил, чем первый. Теперь на весь экран этот мультик. Странно все это. Не пойму я эту егерю. Так, вот мы кусок подняли. Кусок камешка. Каменный кусочек. Кусочек, носочек. Вася, вертолет, поехали. Вертолет, забери меня в полет. В полете. В пусто, выросла капуста. Блять, нет, там самолет. Сука. Что-то вспомнил с детства. Так, камушек убираем, писю камушкина. Пися камушки нам больше не нужен. Так, блядь, мы идем куда-то. В другое место. У нас есть что-то ключ. А, ключ к негру. Пойдемте к негру. Негер, мы идем к тебе. Так, мы пойдем, скорее всего, через второй этаж. Потому что, сука, первый этаж у нас завален зомбаками уже. Мы, помню, прорвались они. Лишний отстрел зомбаков. Хотя мне надо как раз пистолет просадить. Ладно. Чертов, Брэд. Блин, а при чем здесь Брэд? Чертов Нефрит. При чем здесь Нефрит? При чем здесь я? Так, все-таки оригинальный костюм, который у Клэр был в раздевалке, более такой байкерский, да, ребята, он больше мне симпатизировал. Что-то какой-то. Ну, тоже неплохой, но все-таки тот мне больше был приятен. Ну, у Леона классно, конечно, два костюма, блин. Либо Старс, либо вот, которым я бегал. Они классно сделаны, да. Тут я не поспорю. А что, он еще куда-то подходит к этой двери? Сук, какой он к двери еще подходит? Зомбаков нету? Оба-на! Какого нет? Так, блин, тут что-то должно быть, рыбас. Че, ничего нет, что ли? Не, пленку мы брать уже не будем. Мы ее смотрели за Леона. Стрелы? Стрелы возьмем. Это нам пригодится. Хотите использовать мышку? Да. О. Пластик мы взяли. Угу. Все, что мне нужно, чтобы расчистить завал. Блокирующий проход – это детонатор. Ну, еще найдем детонатор. Окей. Все хорошо, Клэр, договорились. Найдем. О.
Дура. Она не дура. Так, 4. Раз, два, три, 4. Я ковбой Марлборо. Что такие живучие? Умирать собираетесь? Ну, пушка-то классная эта. Револьвер скорострельный. Это прикольно. Блять, теперь надо травку смешать. Чего-нибудь да не смогу взять. Гранету. О, сейчас мы это смешаем. Вот у нас заряд и детонатор. Все, круто. У нас есть бдыщ штука. Записка для Лени. Ну давайте, кто-то не читал, пускай прочитает. Нажимая на паузу. Нам же это не надо. Может, что-нибудь появилось? Не. Замок открыт. Ну, выходим. Сейчас мы пигль выложим наш. Пигль нам не нужен. Я сейчас хочу сходить с ключом кое-куды, чтобы его использовать. Да, я нестандартно буду проходить, наверное. Не так, как все проходят. Потому что я... Так, я хотел еще арбалет взять. Где мой арбалет? Я атлет. Я любитель арбалет. Так, как я помню, здесь зеленью было много у нас... мужичков с гармошкой, поэтому как-то это вот так вот, я же говорил, вон идут мужики. Че, еще один считаю? О, 6 патронов. Это уже гуд. Травку пока я оставлю тут. Ключ-то мне все равно надо дать. Че, здесь зомбаков нету, что ли? О, Леня здесь видать всех зачистил. Так, там был ликер. Все, он бесполезен, мы его нахрен выкидываем. Так, тут спрей. Ну, придурок. Че, не выпрыгнул, сука? Я к тебе сейчас зайду. Жди. Ликерка. Не люблю я ликеры. Они сладкие, приторные. Ну, я не про этого говорю, который. Он тоже его не люблю. Он меня кацануть. Ну, вот так вот. Я знал, потому что один патрон надо будет всего, чтобы его добить. По классике. Ничего важного. Че, вообще ничего нет, что ли? Это только... Вообще, прикиньте, ничего не лежит. Зря тупо зашел, патроны потратил.
Сука, это развод. О, здесь патроны? Вот тогда за Леню ты здесь искал. Не было. О, прикольно. За Клэр здесь есть. В телевизоре патроны. Клэр, что-то немножко херовато. Ничего, жить будет. Как сказал бы Терминатор. На чем я основывалась? Вторая и третья часть игры. Про Silent Hill вы знаете, про первый. Много тоже. Из сказок взято, из Алисы там в Стране Чудес. Потом школа Мидвич взята-то из детсадовского полицейского. Вдохновлялись японцы такими творчествами. Так, я же могу здесь сразу же подняться. Что я туплю тогда? Хрточ. О, бля. Очень, ребята, ты... вы это? Исчезли уже? Так кого ты целишься, я тебе говорю, о, передай. Хрен бы на тебя, лежи, отдыхай. Так ты больше не приду. Не пыхтите, не кричите. Какие ребята противные, слушайте, а? Так, сейчас мы зайдем в сейф-рум. Надо взять детонатор. Чтобы сделать бдыщ. Так, тут мне еще одного куска не хватает странного. Сраного куска не хватает еще одного. Маленького кусочка. Я лечиться не буду, что мне зря больную крутую травку жрать. Там такая здоровая бдыдыщ. Мы сделали бдыдыщ. Как на стену любит. Бум. Бдыщ. Сегодня она не со мной ведет видео, вчера с ней записали Silent Hill. Только странно, еще интернет так вовремя отключился. Но у нас все отлично получилось. Оу, не так жаль. Я думал, что ты одна из тех зомби. Вы шеф Айронс? Да, это я. А кто ты такая? Нет, не говори. Это не имеет значения. Ты закончишь свою жизнь так же, как и остальные. Это дочь мэра. Я обещал позаботиться о ней, но не исполнил своего обещания. Только взгляни на нее. Она была так прекрасна. Ее кожа – ничто иное, как совершенство. Но вскоре она станет зомби, как и все остальные. Должен же быть способ остановить это! Если можно так выразиться, просто пустите пулю в мозг или же обезглавить. А ведь раньше таксидермия была моим хобби. Но недолго. Пожалуйста, мне нужно побыть одному.
Как я помню в одной версии, вы думаете, это было мое хобби? Уже нет. Блин. Перевод был раньше. Охренеть меня. Тигр. Чучело животного. Это чучело тигра. Опа-на. Записку прочитаем. Вот, дневник секретарши шефа Б или В. 8 июня, когда я сегодня прибралась в кабинете шефа, он вдруг ворвался в дверь и с покрасневшим от ярости лицом. Я проработала здесь всего 2 месяца, но это уже второй раз, когда я вижу его таким. В прошлый раз он так злился на меня, когда я подвинула ту статую, только теперь он был зол еще больше. Мне даже показалось, что он был готов ударить меня. Мне наконец-то удалось выяснить, что все это время скрывал шеф. Если он узнает об этом, моя жизнь окажется в серьезной опасности, но уже слишком поздно. Утро вечером мудренее. Подожди! Отпусти меня! Полегче! Полегче, малышка, я не зомби! Со мной ты в безопасности. Меня зовут Клэр, а тебя? Шерри. Ты знаешь, где твои родители? Они оба работают на химическом заводе Umbrella, недалеко от городской черты. На химическом заводе? Ну а что ты делаешь здесь? Моя мама позвонила и сказала идти в полицейский участок, потому что дома находиться слишком опасно. Наверное, она была права, но и здесь тоже опасно. Тебе лучше пойти со мной. Но там что-то есть. Я не знаю, что это, но я его видела. Намного больше, чем эти зомби, и оно шло за мной. Что это было? То, о чем я тебе говорила. Оно здесь. Шерри, подожди. Мы знаем, кто это. 103-й ходит, гуляет. Спасибо. Хорошо, что его использовали. Да, блин. Ну, неплохой перевод. Слушайте, озвучка. Подробно. Описывают. Вот это мне нравится. Не то, что мне попадались версии некоторые. Даже бывали версии более-менее нормальные, но все-таки хромала озвучка. Шеф? Нех ты его. Вот мы знаем, куда на перекамушки ставить все эти. Дневник шефа. 28 ноября. Все кончено. Эти кретины из Umbrella все-таки сделали это. Несмотря на все... Блин, ни хрена не вижу. Обещания все... Мои обещания, наверное. Они уничтожили мой город. Вскоре улицы заполнят зомби. Возможно, и я стану одним из них. Если так случится, я убью всех в городе. 24 сентября. Согласно плану, мне удалось внести существенные замешательства в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог войти в город или выбраться из него. По крайней мере, живым. Я лично проследил за тем, чтобы все возможные пути бегства из города были перекрыты. Несколько выживших еще пытаются спастись через нижние уровни, но уж я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. 26 сентября. Я передумал насчет выживших с нижних уровней. Я решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад я прикончил Эда выстрелом в спину. Я смотрел, как он бился в агонии на полу, в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным. Он умер, глядя на меня широко открытыми глазами. Это было упоительно
Поразительное зрелище, интересно. Жива ли еще дочка Мара? Я позволил ей бежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. Да я буду наслаждаться своим новым трофеем, навечно застывшая в позе, которую я сам ей выберу. Он же сука. Он же тварь. Ничего, тебе еще пиздос будет. Ну, это еще не скоро. Это еще будет не скоро. Это очень большое горе. Ой-о, шире вселенной горе мое. Ой-о, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сейчас мы идем. Мы идем. А, мы идем. Блять, мы идем в подвал. Ребята, так оно считается. Ну, считайтесь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Опилки. О, блядь. Я же забыл, что вы здесь из окна повылазили точно. Лишний патрон потратил. Ой. Сам ты дура. Почему такой живучий-то? Вот эту травку можно хапануть. Все, он бодрый. Никого не вижу. Во. Сам дурак. Работает, да? Коробка замыкания, жалюзи теперь не закрыть. Нахрена я зеленый их закрывал? О, а здесь лежат, смотрите, патроны. Зеленый здесь не лежало. Так вот, зеленый здесь для дробаша патроны лежали, блин. Они все специально здесь переделали, чтобы для Клэр было. Патроны здесь лежали, вот. По дефолту, где они должны быть. Что-то, блядь, очень уж тихо. Пошел. Эй, ты не туда гуляй. Не люблю так стрелять. Все, раненый убит. Карта только. Ну возьмем ее, похрен. ЗД-1. Домашняя. Ох ты, блин, смотрите, патроны где лежат. Никогда здесь не видел патроны.
сейчас мы опять поиграемся, да? Вверх. Вверх. Ой, блядь, надо было вниз делать. Все, нахрен. Я лузер. Я лузер. Что-то разогнался вверх все-таки. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Пиу. Сама карта у нас нет еще. Так, нам не сюда. Будем, ребята, тут маневры, маневры. Главное, маневры. Если я помню, что здесь псины. Да, тут псины. А что, красной тряпки тут нету? Блять. Вот, а нет, вот она. Между глаз попала. Так. Сейчас мы тихо-тихо и выбегаем. Так, это патроны лежат? Какая-то хрень. Кусок мяса, что ли, или что это такое? Сейчас мы... Оба-на! И быстро бежим. Не люблю я с этими псинами сражаться тут. В замкнутом пространстве. Зажигалка-то точно. Это я помню, что-то мне потом пригодится. Что ну зайди надо лучше сюда. Ой, Шерри, я везде искала тебя. Я так волновалась. Ой, да ладно. Мы должны уходить отсюда. Хорошо, дорогая? Если мы останемся здесь, тот монстр найдет нас. Пойдем. Нет, я не хочу. В чем дело? Ты не доверяешь мне? Это не из-за тебя, Клэр. Это из-за моего папы. Он здесь. Я слышала, как он звал меня по имени. Тут Клэр ее называет. Папу так дали монстры. Я должна помочь ему. А не Клара. Подожди! Шерри! Не иди туда одна! Шерри! Шерри! Сейчас мы тут тоже главное маневры. Тут зомбаки. Так. Ой, ребят, что я так плохо выгляжу, что ли? Ну что, ребят, я девочка вроде не так плохо выглядит, симпатичная маленькая девочка. Нет, не перепутайте с педофилией. Никакой. Я говорю про то, что хорошо выглядит. Плохие дядьки. Ух. Так, а мы идем опять. Что, за Эйду делали? Теперь за Шерри. Блин, я всегда их путаю. Вот Шерри и Шерил. Ну, Silent Hill. Там тоже. Там Шерил. Маленькая девочка. Да, черненькая. Это у нас блендинечка. Та брюнетка. Так,
конца мы не задвигаем, мы знаем, что вода сделает свое дело. Давай, хоть соскользни. А, чё ты ни разу не соскальзываешь? Я помню, в европейской весне она так любит ногой, так шик, и нога слетает у нее. Чё-то ни разу не соскользнула. Жалко то, что разрешение экрана, хоть я и могу сделать 1360, но оно не воспринимается у меня почему-то. Не запоминает, но делает все равно 640 на 480 разрешение. Ну, соневское, стандартного. Как не крути здесь? Как-то, ребят, как бы я ни старался сделать этот разрешение экрана. Вот Silent Hill еще подобрал, все отлично. Но вот в резе почему-то, ну никак. Не хочет полноценно. Клэр, ты там? Шерри, ты в порядке? Ты нашла своего папу? Да, я в порядке, но я не нашла его. Зато я нашла кое-что для тебя. И еще кое-что. Спасибо, солнышко. А теперь возвращайся скорее сюда. Ты должна быть рядом со мной. Давай лучше я. Клэр, я не могу пробраться через вентиляцию. Но не волнуйся, я найду другой путь. Я смогу о себе позаботиться. Погоди. Шерри, вернись. Шерри, Шерри. Клэр, ты слышишь меня? У нас теперь есть доступ к задней части парковки. Поняла. Я направляюсь к канализации. Встретимся там. Я уже в пути. Ты можешь уже собирать? Клэр, ты что-то ничего не видишь. Ладно, ключ ты обнаружила. Патроны давай. Так. А больше мне не надо ничего брать. Будем выживать дальше. Даже хардкор. Чистой воды хардкор. Эй, на хардкор, хардкор, хардкор. Пошли нахрен, песики. Вот сейчас бы ее, по-моему, загрызли бы. Но это же игра. Дядя, ты какого здесь стоишь? О, как его загнуло. Ой, блин. Да, надо было что-нибудь взять. Посильней. Ну ничего, ща мы по-бырому попробуем. Пошел нафиг. Воин там коробку пытается сделать. А идите-ка нафиг. Идите нафиг. Ой. Че, убили? Твою медь. Ребята, я не засейвился, да? Да. Ну,
На этом, ребят, сегодня все. В следующий раз я просто дойду до этого места. Да, это будет первая моя смерть. Я просто дойду до этого места в следующий раз, да. И отсюда уже мы начнем прохождение дальнейшее. Ну, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 1987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!